Эта юбочка связана из пряжи стрейч, хлопок с акрилом, с лайкрой. Узорчик не трудный. Сейчас мы с вами его свяжем. Раппорт 6 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И опять пошло. То есть вот этот вот веерок. Пряжа у меня вот такая вот с блеском. Это троицкая пряжа. 50% хлопка и 50% вискоза. 400 метров на 100 грамм. Цвет супер белый. Она переливается, очень красиво смотрится. Правда, вязать ее трудновато. Там несколько сложений, и они такие рыхлые. Меня постоянно задевает крючок. Набираем число петель. Кратное 6, то есть я наберу 24 плюс 2 петельки для подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24 и 2 для подъема. Вяжем так весь ряд, вяжем столбиками без накида. Каждую петельку. Вот о чем я говорю. Видите, все цепляется. Чем? И так до конца ряда. И последняя петелька. Две петельки для подъема. Переворачиваем. Петельку одну вяжем к этим двум, еще одну воздушную для рисунка, и столбик с накидом через одну петельку. Еще воздушная и столбик с накидом через петельку. Воздушная, столбик с накидом через петельку. То есть у нас получается сеточка вот такая. Так, вяжите до конца. Одна воздушная и столбик с накидом через одну. И в конце одна воздушная и в последнюю петельку столбик с накидом. Две петельки для подъема. Переворачиваем и теперь в следующую арочку, не в первую, а в следующую, вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки. И еще в эту же арочку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Теперь через арочку следующую опять то же самое повторяем. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки и еще сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Так до конца ряда. Через квадратик, через дырочку будем вязать вот такую галочку. 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом. Через квадратик, опять следующий,
3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом, так до конца. Одну пропускаем, следующую вяжем. Следующий ряд. 3 петельки для подъема. 1, 2, 3. И в нашу арочку, вот что мы 2 воздушные связали, вяжем то же самое. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки. И сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И в следующую арочку между 3 столбиками с обоих сторон, которые 2 воздушные, вяжем тот же элемент. 3 столбика с накидом. 2 воздушные. И в эту же опять 3 столбика с накидом. И в следующую. И так в каждый вот этот элемент вяжем такой же элемент. 3 столбика с накидом. Сюда вот 2 воздушные, 3 столбика с накидом. И так каждый ряд. Вот что у нас получается. И как мы видим, рисунок отличается. Что связанный стретч, он прям такой весь ровненький. И из хлопка. И еще одна особенность. Так здесь связано по кругу, и поэтому на каждом ряду поверх идет лицевая как бы петля, видите? И рисунок получается однородный. А здесь же у нас лицевая, изнаночная получается ряд. То есть мы переворачиваем, получается один ряд, видите, лицевой рисунок, второй идет как бы изнаночный. И поэтому он отличается по фактуре. Вот, который все время по кругу связан, по лицевой стороне, он гораздо аккуратнее. Так что это учитывайте, когда будете вязать изделие.